Старта. Лучший подарок от Старта в новом году – Ивановы. В два раза больше Ивановых. У нас второй сезон, я вас поздравляю. Вот, официально можно объявить. Да, да, это находка бомбы, мне тоже нравится. Очень классный сезон, такой у нас более, мне кажется, трэшовый такой. Более такой вброс такие. В первом как-то все так плавно. Да-да-да-да. А здесь тун-тун, проблема. Что касается Антона, ну, он человек дела, он совершает поступки. То есть он мало говорит, но много делает. В два раза больше шуток. Во втором сезоне, о боже, она красотка с нарощенными волосами. Мамла-бабла-дабла, мамля-бабль-дабль, и пошел, только так. В два раза больше поздравлений от любимых героев. Дорогие друзья, уважаемые подписчики Старта. С наступающим вас Новым годом. Желаю вам здоровья. Быть трепетными, не поддаваться на провокации, гордиться и любить свою родину. Богатырского здоровья. Кавказского сна, так сказать, лилейной красоты. Провести этот праздник в кругу семьи. От всего сердца хочу пожелать счастья, успехов, тепла. Финансового благополучия. Достатка и гармонии в ваших семьях. Побольше улыбок, побольше радости, смеха. Смотрите комедии вместе с нами. Будьте с нами, с наступающим. Всех люблю, всех целую. Старт. Спасибо, что нас смотрите. Ивановы, Ивановы. Второй сезон. Эксклюзивно на start.ru.